РДД, вы понимаете, что такое 0, 12, 3, 6 и 9 часов? Как стать? Я просто спрашиваю. Потому что я там говорил, вы не понимаете. Я просто обратил внимание, что ну, он стреляет иногда в двоих. Вот я, например, стоял посередине между локом и креветкой, так? И у меня, когда он в креветку стрелял, он тоже в меня попадал. Потом в лока чаржился и тоже опять в меня попадал. Просто сразу сейчас попробую стоять из РДД. Войд. По идее же глыба спасает от обстрела. Вариуса тут. Ага. Не знаю. Надо. Можно будет проверить как-то. Ветка, ты щит, fire щит прожимаешь? Нет. Прожимай. РДДшники, распределитесь. Я буду на 9 часов, креветка на 3, тогда... кто там, господи... Гнидыч на 12 и... Кошка Мурка на 6 часов. Да, вот так. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие и величайшие из моих изобретений. И учтите, после того, что вы натворили с XT-002, отказываться просто некрасиво. Малышка, беги! Файер-щит может помочь и мало где, кстати, вроде бы. Только если в миле стоять. И эта фраза. У тебя дотку вешай, там 2000 урона. Сколько это в секунду он пишет. Левее. Один тик, оно тебе спасает. Дай хилам проще. Малышка, беги! РДДшники по местам разбежались. Камурка, ты что-то не догоняешь, наверное, да? Ты просто, ну, посеешь, если что непонятно в начале. Я все понимаю, можно мне портал поставить или нет? Лучше бы что-то подальше, поближе поставил.
Сакру прожимай через 2 секунды где-то. Прожимай. И точно так же на четвертый. Заебят эти Джатоп. Джатоп. Мне не очень, кстати, свечится. Меня стоит. Далеко стоит. Чуть бомбу-то не стал. Брахлбот стоит, чилит. Мины аккуратно.
кош. Беги, малышка, беги! Минус два. Под ноги смотрите. Беги, малышка, беги! Вот я сейчас скажу на втором разе, вот когда вот мы сейчас сбегались, слышно, он как-то дернулся, и в итоге сначала был в одном месте, ну, грубо говоря, спина, а потом он резко повернулся и начал стрелять. И мне тут хлопало 122. Да я стоял у него ровно за спиной, потом он чуть-чуть повернулся, и мне получается, как бы уже я уже был в поле зрения. Что? А, ничего. Диспел?
Не, не знаю. Беги, малышка, беги! Это лич, да? Диспл, диспл, диспл. Главное, не на трэше. Беги, малышка, беги! Я такое могу. А ты что, промахнулись? Промахнулась. Кек. Немного слепой. Болт. Беги, малышка, беги! Прям как я. Без шипа не могу. Или сопрот ушло, я не пойму. Жаль, мина не убить. Остановитесь по позициям. Так, типа портал в логе. Метку на себя, Войд. Ты мой ориентир. Ну давай сейчас сокру. Беги, малышка, беги! Вот заметил, Вой, когда ты болтаешь, мы падаем. И еще пох. Тебе пот дать? Всем подозрения, кстати. Меня.
Пойдем. А чё, заходи сюда. Сокру прожмёшь? Не сейчас, не сейчас. Ладно, я потом. Хил. Беги, малышка, беги! Мой косяк, я, блин, короче, зашел не в тот дискорд, думаю, какую-то чушь несут, думаю, что это вообще. Так, пока ты. Тут лужа красная. Ой, ладно. Меня сверхплазмы зафигачило. Это я, наверное. Да я, блин, в этот момент перезаходил с Дискорда, потому что нихера не слышал. Зашел не в ту группу, блин. Короче, начал перезаходить, в итоге, блин, это квадрат этот. Я, блин, протонулся и прямо в центр него. И, короче, не успел сделать шаг и сдох. Кое-что попробуем. Малышка, беги! Ха-ха-ха!
малышка, беги! Малышка, беги! Подлагивает. Еху, продолжается по 3 минутам. Ниточку дальше встань, пожалуйста, возле танка приблизительно, если ты бегаешь, ну, после. Может быть, не может быть, а будет, кстати. Прямо сейчас. А нет. Возьмите его в тархе, там видно, когда он будет кастовать шляпу. Или просто запомните. Ну, запомните именно. Я хотел запомнить. Его время боя починился. Все. На мне в меня стреляет бомба. Бурмалей, смотри, ты стоишь прям под головой.
Ты это не вызываешь. Бывает. Эй, скорее кастовать. Он перестанет кастовать. Оу. Я знаю, что сделать. О. Инвиз. Или в кошку может стрелять. Ну он должен залить же, соединиться на тему должно второй. Просто как бы время до персти тикает-то. Давайте пойдем бы подальше от нее. Шкаморка. Фига он достает. Снайпер. И чё так будем стоять? Уедет. Yeah. Он, кстати, две сразу запустил. Думаю, еще сыграть больше, чем было много. Беги, малышка, беги! Я вот помню. Видите, кто-то этот помогал. Беги, малышка, беги. На вас может метка кинуться. Беги, малышка, беги! Башка с фулл хп. Башку бейте лучше. Били и резнулись. Левиафану и туловищу стоп, и... А, мы умерли.
Где деньги, друг? Это, кстати, тоже причина, можно сказать, файпа. Вы ману тратили больше. Я не ждал ничего. Интернет начал выпендриваться. Я уже захожу. Все в мире стонки. Чё обновляет? Чё? Мины. Новые появляются. А чё? Чё произошло? Бам.
Немного снижен урон способности бомбот и импульсивный излучатель быстрее ВД на следующие секундами Мирона во всех сложностях. Пускать. Бомбы урон огня наносят мины. А, мне фласка закончилась. Беги, малышка, беги! Смена цели была, кстати, у меня. Кто-то сварился на меня. Вон Мимирон сидит, болтает. Нет, возле тела. Сокрушение сдавал? Они хэн закрыли. Надеюсь, он не хандир.
Ага. Было вовремя. Там трэш вышел. Так, ру. Еще больше. Убивайте в этот туловище. Беги, малышка, беги! Киньте. Беги, малышка, беги! Вас. Беги, малышка, беги! Mm-hmm.
нас не хватит, не хватит маны. Мы все бульдозеры скинули. Не будет открыт следующий квартал. Плотно работать над его качеством и обеспечить вам хороший опыт на последних боссах. Оформите кто-то стрим. У кого комп тянет. Но у меня прав нет, чтобы стрим здесь делать. Бля, это хуёво. Нужны какие-то права там особые, походу. Это канал, я понял. Ну да, сколько все права нету. Сейчас. Может, какой-то другой прыгнуть нужно? Ну, сейчас я посмотрю. Так, может делиться, показывать экран или стримить. Теперь попробуй. Чё, как у вас прогресс? Калагар. Арти, Турбо. Три хила у вас сейчас? Не, ну два все время были. Только на этом были три. Только на стороне три. Это значит, что Арти красавчик, да? Клипал сильный.